que smotrets. Esta vivienda que vamos a ver es de dos dormitorios y todo lo que os vamos a ofrecer en el siguiente complejo es de tres y cuatro dormitorios. Con lo cual, esta es más pequeña. Entonces, мы показываем самый маленький апартамент, но это нормально. То есть, самый маленький, ага. То есть, потому что, когда покупается что-то, ты должен вынести оттуда мебель, то есть, ну, как бы, потому что сейчас мы смотрим шоу, да, оно иммобилировано. Естественно, не будет мебели в новых апартаментах. И смотрим самый маленький, это двухспальник. Он небольшой, ну, на самом деле, очень крутой. Так, вот сейчас я переверну этот экран и буду вам показывать уже только апартаменты, но читать ваши комментарии. Так, мы закрыли окно. Я покажу вам сейчас кусочек, потому что там идет строительство другого блока. Там, то есть здесь хорошо дизайнер поработал. Мне очень понравилось, как поработал дизайнер. Смотрите, то есть я чуть-чуть вам приоткрою, да, ну, как бы... Здесь идет новое строительство, ну, еще следующий блок, но он тоже заканчивается, видите? То есть закончится строительство этого блока и отшлифовка, то есть недолго придется ждать. Самое страшное в новых строительствах – это то, что перед окнами может вырасти еще какая-то стройка, и ты будешь жить, значит, в застройке. Здесь перед окном мы видим уже... Мы видим уже, что стройка идет полным ходом, и мы с вами как раз... Я вот не знаю, как пол показывать или потолок, потому что я иногда вижу, как снимают апартаменты, и пол мне не нравится. Давайте по стеночке пойдем. То есть вот здесь мы сидели, смотрите, как оно оборудовано. На самом деле большие апартаменты, и они квадратные. Обратите внимание на то... Ребят, давайте договоримся, я сейчас вам ничего не продаю. Я показываю, как говорится, новые возможности, потому что завтра на мастер-классе с элитной группы, все, кто у меня из элит-группы, ребят, вы меня услышите, завтра будем это все просчитывать. Нет хлама, как обычно, в квартирах на продажу. Да, Кать, конечно. Но, опять же, когда мы будем покупать эти апартаменты, они будут абсолютно пустые. То есть, да, то есть будет вот пол, да, ламинированный, как ни странно. Да, солярия и мальцы. Que bien. Это тоже что-то новое. То есть в Испании обычно это мрамор, а здесь, смотрите, у нас какой пол. Lo que vamos a cambiar es que el rodapié va a ir en blanco. А, то есть можно будет поменять потом вот эти вот, как это называется? Es más elegante. Косяки, или как они называются? Господи, я забыла, подскажите. Y también las puertas van a ser То есть и еще вот эти вот может тоже белые. Они решили почему-то. Porque los clientes lo han demandado. Клиенты говорят, что лучше, чтобы были белые эти самые. No, yo voy. Sí, sí, pero es para que vea la puerta. Okay. Esta puerta es la que se va a cambiar. Вот, клиенты хотят, чтобы эти двери были белыми, поэтому они решили, что следующие будут строить белыми. Ya utilizamos las placas solares para el agua caliente. Да ладно. Sí. Здесь на стен, на потолке, на крыше стоят солнечные батареи для того, чтобы нагревать воду. Те, кто в Испании уже имеет жилье или знает, что как дорого здесь электричество вообще, будут приятно удивлены. Так, ребят, тут еще один момент. Кухни не будет. То есть вот новые апартаменты под план, это и я также покупала, поэтому меня это не удивляет. Кухни не будет, кухню нужно будет покупать. Вот, то есть есть идея, как ее оборудовать. Делаем на терраса, para lo que es... Смотрите, вот есть столик, где можно... То есть, вот, может быть, это при съемке, да, кажется, и узко, да, узенькая достаточно, это сама какая кухня, но столик, тем не менее, входит, как мы любим. Но, в принципе, да, обедаем мы и ужинаем в зале. Ellos están escuchando, quisiera que oyesen la diferencia, porque trabajamos mucho la insonorización. Смотрите, сейчас я вам покажу такой прикол. Вот это сюда обычно ставится... La lavadora. Lavadora, да? Да. Сюда ставится стиральная машина, а вот здесь очень многие спрашивают, что же это такое. Можно стирать руками. Помните бабушкина, как это называется? Доска для стирки. Так что вот, ну вот достаточно большой бойлер. Сейчас я попробую выйти. Видите, стройка здесь идет. А здесь у нас следующий. Вот, очень удобно, потому что ты из кухни можешь и сушку поставить наружу. И тем не менее она закрыта. То есть это тебе ничего не мешает и не захламляет твои любимые балконы. Потому что... Другая кухня побольше, она двойная, да, то есть не такая узенькая, а вдвойне, в два раза больше.
То есть, в принципе, es más grande. Больше. Опять же, на мастер-классе, да, будут записи, ребят. Для группы, да, элит-эксперт, ну, вас тоже приглашаю. То есть мы будем это обсчитывать, все планы у меня есть, естественно, я их уже взяла. Так, пошли коридорчик. Смотрите, тут важно, мы заходим, и очень для нас, для русских, скажем так, важна прихожая, да? То есть вот у нас есть прихожая. То есть, да, у нас прихожая есть, вот даже прекрасное зеркало. И даже обои! Это караул! То есть вот такая небольшая прихожая, но она плавно здесь переходит. Видите, они здесь поставили кухонный, ну, стол, за которым мы сидели. Поэтому и зал, да, дальше вот здесь, вот если вот так смотреть. Вот, но в принципе есть прихожая, это очень здорово. А тут дальше пошла дверь, да, вот дверь на кухню, дверь в коридор. То есть спальни все изолированы от... Это новое строительство с учетом уже требований и желаний. Siempre hay un distribuidor, pero suele ser muy poquitos metros. То Los metros здесь... son muy utilizables en nuestra vivienda. Да, то есть все, что они разрабатывают, все, что Miramar разрабатывает для клиентов, все очень полезно. То есть каждый квадратный метр, он учтен. То есть для использования, для хорошего, este es el baño. Как удобно продумано. Молодцы, ну, котенок. Так, это вот ванная комната, да? Ванная, тут такие en шкафчики. Van dos baños, uno con bañera y otro con plato de ducha. Да, то есть это единственные вот эти вот двуспальники маленькие, видимо, они самые дешевые, которые уже проданы. Они с одной ванной. А вообще двушки и трешки, двухспальные и трехспальные апартаменты, они, естественно, с двумя ваннами и двумя спальнями. Ну, ой, двумя ваннами, да. Двумя ваннами, либо там души. Вот здесь душ. То есть какая сантехника, давайте-ка посмотрим, что там у нас. С Рокой работаем. Не, а, да, нет, хрон. Скрой, да, гриферия. Да, какая-то гриферия. Ну, в общем-то, вот так. Хорошая плиточка, широкая. Так, поворачиваемся, 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 поворачиваемся. Здесь зеркало и небольшое. Ну, в принципе, очень места достаточно. С одним ребенком, если. Это сería... El dormitorio principal de esta vivienda, que es el tamaño de los dos segundos dormitorios en la nueva. То есть, опять же, да, почему, не знаю, почему все время говорят, что оно маленькое, потому что по планам, тем планам, которых я видела строительство, все это намного больше, но оно не маленькое, вам честно скажу. Смотрите, если вы смотрели какое-то испанское жилье, вы видите, что между кроватью и шкафом обычно только ноги поставить, да, сошел с кровати и до свидос. А здесь вот кровать, вот он шкаф. Вот еще Марика спокойно тут входит и выходит. Открываются нормальные шкафы встроенные. То есть они входят, да, как бы? En blanco. Это белое все будет. Ну, то есть в новом строительстве это белое, так как я понимаю, по запросам трудящихся. Mm-hmm. En todas las habitaciones. Во всех квартирах. Ну, я так перевожу, чтобы, да, быть приличной девочкой. Вот, смотрите, между, вот он балкон, да, то есть у вас выход сразу на свою террасу здесь, и достаточно места, это то, что она говорит, это маленькое, но, знаете, 39 квадратных метров зала я смотрела по плану, это, конечно, караул, ну, вот это очень для Испании много. Так, поэтому я вам точно скажу сейчас, что спальни достаточно большие. Смотрите, Кармен, она представитель застройщика. То есть у них немножко другая структура продаж. Но можно назвать и продавцом, конечно. Ну, то есть, естественно, она заинтересованное лицо, потому что представитель. В данном случае для вас представитель – это я. Да? То есть, опять же, оплачивают, почему нужно работать, почему приятно мне работать напрямую с застройщиками, потому что вся моя помощь, все, что я для вас делаю, оно все оплачивается ими, и это очень удобно. Tenemos preinstalación de aire acondicionado en todas las habitaciones. Смотрите, то, что касается кондиционеров. En todas las habitaciones. Salón, dormitorios. Во всех комнатах есть. Опять же, это не кондиционеры, а это, ну, чтобы можно было поставить кондиционер. То есть кондиционер надо будет ставить самим, у кого будет такое желание. Но все приготовлено для того, чтобы вытяжки, да, все вытяжки работали, все приготовлено к тому, чтобы можно было уже это поставить. Так, вот она детская как бы комната, вентшахты, да, вентшахты. Вот детская, то есть, да, тут скамеечка, можно не скамеечку, можно к окошечку поставить столик, да, то есть и
Ну, в общем-то, квадратненько. Все мне очень нравится, потому что все такое квадратное, не вытянутое, не дурацкое. Давайте на меня посмотрим, да? Да, ну, в общем, вот как-то так. Еще раз. Это я, простите, на себя посмотрела. Не могу никак на себя налюбоваться. Ну, так, вот карман. Так, здесь что-то... А там зеркало. Это для декорации. Это смотрите, как они увеличили... Ну, хоть на себя посмотри. Они увеличили коридор, да? Смотрите, как удобно. То есть получается, что зрительно у тебя намного, когда... Как бы идея, да, Кать? Опять для тебя тоже. То есть как идея. То есть даже если небольшой коридорчик, видишь, в конце сделано зеркало, и вообще супер.